Всем привет! Вышел на зимнюю рыбалку. Вот уже пробурил две лунки. Вот одна и вон там вторая. Вон она. Ну ничего нету. Пойду на следующую лунку. Я даже забыл, где она. Вот она. Пойду вон там у камышей попробую. Не хочешь ловиться. Я вот пробурил еще одну у берега, вот вторую лунку. Вот такая же глубина. Не хочет, а рыбы как будто нету совсем. Ни щучки, ни окуня. А ветер, ветер у нас поднялся. Вот, наверное, вся и рыбалка будет. Но я попытался. Пойду еще в залив туда. Попробую там. Все. Пойду дальше.
место. Ну, пока тишина. Ну, вот не верю. Ну, как так-то? Нету вообще рыбы нету, а? Не верю. Осенью хищника полно было, зимой нету. Вот как? Я пару лунок пробурил. И вот там за поворот еще схожу. Попробую парочку. И все, и домой, если ничего не будет. Не, ну, когда что-то есть, азарт идет. Не хочет. Иду на следующую лунку. Мне флажки надо ставить, а что-то. А вот. Все белое, не видно. Вот она. Ну такой вот балансир. Не хочет на такой. У меня еще один есть балансир, но он больше. Я думал, на этот маленький самое то будет. Или рыбы нету, или не хочет на этот. Аппетита нету. Ой, странно. Пойду на следующий. Следующее у меня здесь вот, поглубже. Хоп, закинул. У, дна нету. О, глубина хорошая. Все, идем дальше. А вот потом где-нибудь здесь недалеко. Так,
глубина тут, о, нормально. Я вот выходил, дождик моросил, сейчас уже нет, ветер поднялся, но осадков нету. Не хочет. Ну что, пойду дальше. Тут не хочет. Дальше. Не, тут вообще тоже ничего нету. У самого берега он там попробую. Пробурю. Пробурил 4 лунки. Если ничего не будет, собираюсь домой. Иду на вторую лунку. Больше.
На второй лунке тоже тишина. Третья лунка. Оп. Третья лунка. Оп. Глубина. Да, шанс что-то поймать катастрофически стремится к нулю. Последняя лунка осталась. Вон там, где бур лежит. Это вот я с этой стороны и стоя хочу попробовать. Ну, с этой я уже пробую. Чё-то ничего нету. Все, иду уже на четвертую лунку. Тут мельче должно быть. Сейчас посмотрим, как у нас тут мелко или нет. Ну да, вот уже на сколько, на метр. Все, буду собираться. Итог этой рыбалки — ноль рыбы. Вышел на рыбалку. У нас плюсовая температура. Все растаяло. Вон вода на льду. Порыбачу. А вон там лунка видно. Там еще сделаю парочку. Попробую. Попробую порыбачить. Вот такую. Ну что, пойду попробую. Все на дне. Пробую. Не хочет. Одной будет мало. Наверное, я вот так вот по центру и дальше вот в ряд сделаю, проборю. Вот такая же глубина. Это
вторая лунка уже. Ого, ого, вот это удар. О, щучка. Смотрите, какая щучка попалась. Не ожидал, не ожидал. Думал, ничего и не попадется. Вон какая. Так, пробую еще раз. Да, как глубина большая, лески много уходит, путается. Вот это адреалинчик. Оцепилась уже здесь, вот когда вытащил на поверхности. Хорошо слабину не давал. Вот такая вот щука попалась. Вот она красивая какая. На дне стояла. Вот там на ней пиявки, смотрю. Вот такая щука. Красивая. Иду к третьей лунке. Так, какая тут глубина? О, они одинаковые там лунки. С глубиной. Пойду до четвертой лунки. Вон она. Видно в ряд. Там еще три. Осталось три лунки. Пробую, что будет тут. А здесь у нас, уже мельче. Попробую так вот. Просто повыше подниму, да и тут вообще-то поглубже должно быть. Ну там дальше уже, в тех лунках. Тут уже получается выше. Нет, ничего нету. Но странно, окуней вообще нету. Вот. Все, следующее. Вот и две лунки осталось. Подхожу к предпоследней луночке, опускаю, оп, чуть поглубже. Ну, явно ничего нету. Если что-то было бы, уже схватило. Долго и не надо стоять. Так. И все. Если здесь ничего не будет, буду другими делами заниматься. Даже интересно, какая тут глубина. Вот она. Такая же, как и в начале, когда ловил. Вот она глубина. Не хочет. Ну и, наверное, вся рыбалка.
Ну все, удочку собираю. Я доволен. С уловом. Где же щука плавает тут по льду? В лунку еще ушла, и все. Я без улова. А, вон вижу. Все увидел. Ждет меня, лежит. Никуда не уходит. Ну вот, дождалась. Ну она такая пузатая вроде как. Всем пока. Подписывайтесь.